Рецепт приготовления черной фасоли с чили, суп кени, луком, морковью, помидорами и кукурузой. В большой кастрюле нагреть масло на среднем огне, нарезать кубиками лук, пропустить чеснок через пресс, тонко нарезать суп кени и морковь, добавить в кастрюлю лук и чеснок, приправить солью и перцем, готовить, помешивая, пока лук не начнет смягчаться, около 4 минут. Добавить суп кени, морковь, молотый красный перец и тмин, жарить, помешивая, пока морковь не будет готова. От 6 до 8 минут, добавить фасоль, помидоры, кукурузные зерна и 1 стакан воды, варить на медленном огне, пока масса слегка не загустеет и морковь не станет мягкой. От 8 до 10 минут, подавать сразу же. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Оливкового масла 1 столовая ложка. Небольшая луковица 1 штука. Зубчика чеснока 2 штуки. Соль и молотый перец по вкусу. Суп кени 2 штуки. Моркови 2 штуки. Порошка чили 1 столовая ложка. Молотого тмина 1 чайная ложка. Черной фасоли 1 килограмма. Измельченных помидоров 0,9 килограмма. Кукурузных зерен 0,3 килограмма. Количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Еще увидимся!